поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114. Совершил наезд на стоящий автомобиль Chevrolet Lacetti. Так как имеются признаки опьянения, составлен акт о свидетельствовании на состояние алкогольного опьянения. Согласны пройти освидетельствование? Да. Да, достаточно. Идет анализ. Результат. 1,261 миллиграмм на литр. Вслух произнесите, что написали. Не согласен. Не согласен. Так как вы не согласны с результатом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, нет, не. Составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование в кабинете врача-нарколога. Словом, если согласны проехать к врачу-наркологу для прохождения медицинского освидетельствования, нужно написать слово «согласен». Если не хотите, пишите «отказываюсь». Слух, скажите, что написали. Отказываюсь. Пройти медицинское освидетельствование. Что? Отказываюсь.